среду, 19 августа, по 5 магаданским адресам отключат холодную воду. Ее не будет 4 часа с 9:30 до 13:30. В это время городское предприятие «Водоканал» проведет ремонтные работы. Холодной воды в кране не будет у жителей по следующим адресам: Колымское шоссе 4, Колымское шоссе 4, корпус 1, Колымское шоссе 4, корпус 3, Колымское шоссе 5, транспортная 1. Во вторник, 18 августа, в 9 часов утра в микрорайоне на 13 километре отключат горячую воду. 10 дней Магадан-теплосеть будет проводить работы по подготовке оборудования 43-й котельной.